Николаевна, Пищук Ольга Анатольевна. Вместе с педагогами идут студенты техникума, активные участники общественной жизни нашего города и Кубани. Среди них отличница учебы активистка Соляник Оксана. Пусть вам улыбается мир, и 1 мая живет в ваших сердцах. Ура! Впервые в праздничной демонстрации принимают участие члены внедорожного клуба «Славяне 4×4». Джипинг – одно из давних и наиболее доступных хобби многим жителей нашего города. Так как горные вершины и чистый воздух, водопады и высокогорные озера, лесные массивы и цветущие поляны манят к себе немало туристов. Возглавляет колонну автомобиля марки Land Rover Defender, позывной Borg 777. За ним следуют экипажи на автомобилях УАЗ с различными позывными. Спуски и подъемы, преодоление бурлящих рек, непроходимой чащи, испытание на прочность своих железных коней и самое главное – себя. Вот в чем сталкиваются в поездках наши славянские джиперы. И ничто не помешает им в погоне за адреналином и хорошим настроением. За плечами членов клуба, образовавшегося в 2009 году, немало добрых дел. Одними из первых приняли участие в эвакуации жителей наводнения, а также доставки гуманитарных грузов в труднодоступные окраины разрушенного города. Да здравствует молодежь города Славянска на Кубани и Славянского района! Да здравствует праздник 1 мая! Ура! 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 Праздничной площади города приближается коллектив Славянского электротехнологического техникума во главе с директором Осмачкиным Александром Анатольевичем. В техникуме ведется подготовка по 7 профессиям среднего профессионального образования и 28 специальностям дополнительной подготовки и повышения квалификации рабочих. В рамках развития ресурсного центра учащиеся обучаются на современной сельскохозяйственной технике зарубежных и отечественных производителей. В 2013 году...